так, друзья, выглядит это самый сет чертежей, которые нам утвердила Сити. Тут всего довольно много, 2 пакета чертежей. И вот это самый наш долгожданный документ, который мы будем использовать. Это так называемый building permit. Вот этот building permit нужно показывать инспектору. Здесь перечислены все виды работ, которые будут происходить. И он против каждого вида работ должен поставить свое имя и дату, когда он принял этот вид инспекции. Так что двигаемся вперед. Наше разрешение на строительство получено. Добрый день, друзья. Мы снова на нашей стройке. И вот уже камин выглядит совершенно как законченный сегмент нашей стройки, скажем так. Вот тут у нас полочки. Там покрашены другим цветом. В общем, честно говоря, начинаю немножко радоваться тому, что вижу. А вот здесь уже появляются у нас лампочки постепенно. Вот, ну и пространство очищается. Тут еще по-прежнему все не убрано. Здесь грязно, но издалека уже вот это все выглядит вполне прилично. Вполне прилично. Так, а вот наш умывальничек, уже зеркало висит. И все это тоже приобретает некоторую законченность. Значит, здесь старый душ, мы его не трогали, вот он здесь еще пленкой завешен. Ну что же, все смотрится хорошо. Мы уже получили пермиты, так что в этом коридоре скоро появится новое отверстие, и мы будем еще делать еще один туалет дополнительный. Вот у нас светлая комната, какая красивая. И сюда полы уже, шкафы, все сделано. Движемся потихоньку, потихоньку, очень медленно. Но движемся, движемся к завершению. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Так, вот, значит, здесь дверь входная останется, но она будет стеклянная, поскольку для нас это уже будет дверь, которая выходит не на фронт-ярд, а на задний двор, а вместо окна здесь появится вход, здесь появится шкаф и вход вот в новый бассейн, который будет пристроен с обратной стороны. А здесь уже дом у нас покрыт двойным слоем штукатурки, и осталось только еще сделать финальное покрытие, такое, которое уже будет выглядеть как законченный финиш. И для образца нам тут сделали маленький кусочек, чтобы на него посмотреть, насколько хорошо он будет выглядеть. А вот эта стенка, это еще второе покрытие. Вот, оно не очень такое законченное, да? А вот эта стенка, это уже так, как оно будет выглядеть. И, конечно, выглядит это уже вполне приличненько. Вот у нас здесь оставлено с этой стороны дома место без финальной штукатурки, для того, чтобы мы могли здесь как раз и сделать эту пристроечку. То есть вот эта задняя дверь остается. А вот здесь вот от поста до стены будет новая ванная комната. Мы сегодня посмотрели, что у нас там даже влезет ванная сама. И, наверное, мы сделаем не половинку, а целую ванную комнату. Ну что же, так вот репортаж нашей состройки, в общем-то, заканчивается. И мы продолжаем работать дальше. Пока-пока.